Приветствую вас, друзья. Мы в игре Сома. После того, как, не знаю, неудачное сканирование нашего мозга, копии мозга в электронный вид доктором, мы переместились, или наше сознание переместилось в другое как бы тело биологическое. Я не знаю, даже ног не вижу. Присесть, если нет, не видно ничего. Какую-то лабораторию или... Зелененький, красненький. Или подводную станцию. Короче, не знаю. В общем, своеобразное, я так понял, здесь будет что-то связано с будоражащим нас мир квантовой физики по переносу сознания. Ладно, посмотрим, давайте продолжим данную игру. Или даже это триллер. Так, служебная консоль. Что мы можем? Чтобы получить доступ, вставьте омни-инструмент. Чего? Омни-инструмент. Так, служебная консоль. Установщик чипов в омни-инструмент. Создавайте, настраивайте и оптимизируйте свой омни-инструмент с помощью разнообразных программ и модулей оперативной помощи. Так. Он выглядит так, это омни-инструмент. Бо. Ящик с инструментами. Где? Отцепись. О. Так. Как его активировать? А, там еще консоль была. Да ладно. И где? Так. Пусть лежит наверху. Да что ж такое? О! Это мы что взяли? Давайте выложим. Может что-то соберем сейчас? Мне инструмент нам надо какой-то собрать, да? Нет. Нет, это не то. Все не то. Это какие-то коробки. Поднимись. Угу. Нравится в этой игре взаимодействие с предметами. Очень так прям радует. Какие-то голоса, кажется. Странно. О, что это было сейчас? Где? А, ну это мы уже делали. Я не помню, что за звуки. Тут кто-то есть? Так, ладно. Так, он. То есть. Аккуратненько. Так, и где мы? Закрыто. Давайте разбираться. Куда нам тут шарахаться? Только с резиновой подошвой и перчатками. Это что? О! Что отвалилось? Блин, как все здесь взаимодействие какие приятные, а? Открыть можно? Странно как-то все. Ладно. Так, много комнат. Очень много комнат. Кто там? Показалось.
Воу-воу-воу, что? Карл, все идет лучше, чем мы думали. Они не могут открыть двери. Чем больше ты запечатлеешь, тем лучше. Ни к чему рисковать. Поняла. Ты фабрику отцепил? Да, большую часть удалось закрыть. Сейчас иду закрывать центр связи. Только не забудь оставить путь отхода. Не бойся, я тебя доставлю на Тету в целости и сохранности. Только надо убедиться, что энергии хватит. Не хотел бы я сюда вернуться. Поняла. Увидимся в лагере. Запечатлеть? Что? Как я это сделал? А что мы сделали вообще? Ну, еще раз. Воу-воу-воу-воу. Блин, я не понял. Стоять. В смысле запечатлеть? Блин. О. Ой. Расческа. Да куда? Что там полетело? Стоять. Фу, что это? У нас вообще фонарик есть? А это что? Какая-то фигня приросла. Кубики. Такие звуки. Так. А, R зажимаешь и крутить можно. Наверное, где-то что-то я пропустил. Ну ладно. Не знаю, конечно. Ой. 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 Так, это что? Какая-то банка. А, это кухня. Это кухня. Еще один кубик. Даже не кубик, это, скорее всего... какие-то пакеты с едой, коробки с едой, типа печенье, может быть. Блин, как же здесь темно. Почему здесь темно? Так. Ладно, вот пойдемте дальше. Что-то непонятное на потолке. Приросло или присохло? Запечатлели. Что это значит вообще? Где? Так. У нас карта есть, у нас карты нет. Что? Ты какого хрена катаешься тут? Покати его, ёлы-палы. Стой. Звуки такие, блин, жесть просто. А зачем закрывать двери все? Я не понимаю. От чего? Или может от кого? Странно все как-то. Все как-то мрачно. Машинное отделение какое-то. Что? Что это с нами? Точно, я уверен, что это... связано с переносом. О, зеленая штука. Мне запечатлеть тоже надо? Нет. Ладно. Странно, как все здесь. Нет, здесь ничего нет. Да, это машинное отделение. Ну чего? Чё это такое вообще? Что за инструмент? Тихо. Тихо. Что происходит? Не уходите отсюда. Блин, такое ощущение, что кто-то приближается, и у меня глючит начинает. Так, это что? Хамацу. Что за хамацу? Воркер. Кто там? Блин, тут вообще невозможно. Опять. Что такое?
Так, мы где-то... Вот это? Вау, 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 вау. Блин. Это реально, блин, стрёмно было. Ёлы-палы. Блин. Ладно. Эй, ты кто? Ты что? Давай сильнее глюч. Может, что-то опять покажется. Блин, оно вросшее в механизм. Типа андроид какой-то. Фух, ёлы-палы. Так, ладно. Так, это что-то присохшее, приросшее панель. Так, вот такие глюки, это означает, что где-то что-то непонятное. Так, это тоже дернется, наверное, да? Блин. Это какие-то механические... Это роботы. Что-то выполняющие. Смотрите, здесь они гоняли постоянно, что-то делали, может, переносили. О, можно... Запечатлели. Ага. Ну-ка. Инфа. Эй, ты. Ты можешь говорить? Говорить, как остальные. В смысле? Ты это со мной? Ты кто? Вообще, кто со мной? Что с тобой такое? Хочешь структурного геля? Ну, конечно, хочешь. Как странно. Ничего не понимаю. Это с нами робот говорит? Сейчас я тебя отключу, хорошо? Ты просто меня пугаешь до ужаса. Так что я тебя отключу. О! А, еще... Фак. Ухожу, ухожу, ухожу. Кто там? Оно ушло? Нету. Где оно? Ёлы-палы. А, оно вот здесь прорвало. Да, здесь не было ничего. Подождите, давайте еще туда сгоняем. Где я не был. Тихо. Не шипи тут. Закрыто. Да, реально игра стрёмная. Нет, она не стрёмная, она классная, вообще шикардосная. Так, ладно, давайте погнали дальше. Нет, не сюда. Итак, где то существо, которое там стояло, нас напугало первый раз? Это... Нет, это не оно. Такое ощущение, что это, как сказать, органическое вещество в симбиозе с электроникой, с механикой. Какие-то андроиды. Интересненько. Может, мы тоже являемся, потому что как-то мы вроде как переместились. Это, скорее всего, сознание, это не наше тело вообще. Это не как на Enterprise, знаете, как структура там разрушена, скопирована была. Каждая молекула. И на Enterprise, допустим, обратно так собрали тело и плюс еще сознание, разум. Тихо. Я не хочу здесь. Что было? Присев, вы станете незаметнее и будете издавать меньше шума. И... Меньше шума от... Ну кто здесь? Так, там дверь.
Блин, как тут темно. Вообще ничего не видно. Так, стоять. Видите, да? Нам к двери нельзя, получается. Или куда-то сюда нам нельзя. Ты что? Так, там что-то есть. И оно что-то говорит. Я не знаю, это убегать? Блин. Это жесть. Это, ребят, жесть вообще. Капец. Так, куда мы идем? Я что-то не хочу тут дверь открывать, кстати. Оно ушло. Оно ушло. Я не думаю. Давайте сначала туда пройдемся. Присядем лучше. Так. Куда я иду? Ну, мы куда-то идем. Тут вниз. Короче, сейчас пойдем открывать тут дверь. О! Это та самая дверь, наверное, где мы были. Ладно. Здесь все закрыто. Пойдемте дверь тут откроем. Мне интересно. Кто там или что там? Пофигу, открываем. Открывайся. Так. И что здесь было? Оно убежало. Или оно развалилось. Смотрите, тут чел был. Кто там? Так. Не подходите, я вооружен. Хыщ, глаза. Так, ладно, давайте смотрим, что здесь. Это шуруповерт. Это не берется. О! Мы нашли. Какой-то. А это что? Чтобы открыть список предметов, нажмите Tab. Ага, ясно. Омни-инструмент версии 2.5. Омни-инструмент — это сложное устройство для доступа к компьютеризированным системам, а также интерфейс управления ими. В схему омни-инструмента входят алгоритмы и протоколы, позволяющие пользователю автоматизировать однотипные операции с помощью основных логических таблиц. Со временем омни-инструмент автоматически приспосабливает свои алгоритмы к подсознанию пользователя. Нифига себе. Чтобы оптимизировать работу и минимизировать ошибки ввода, омни-инструмент может передавать сигнал малой дальности, полезный для выполнения простых или автоматизированных действий. Таких как открытие дверей. Для выполнения более сложных дверей омни-инструмент необходимо физически подключать к рабочей станции или терминалу. О, сейчас пойдем к началу. Чтобы обновить свое устройство, просто вставляйте операторы в главные или вспомогательные гнезда. Главное гнездо оснащено разъемом стандарта C11-21, позволяющим подключить к омни-инструменту большинство существующих энцефалочипов.
Внимание, при подключении внешнего ИИ встроенный искусственный интеллект Omni инструмента будет отключен. Вспомогательное гнездо снабжено универсальным разъемом, совместимым с большинством количеством управляющих чипов. Чипов, включая модели А1, такой-то. ХИТТ-1 с 1 по 9 и Джуси с 3 по 29. Ладно. Да что у меня Escape так? Так, а здесь есть что? Нет. Просто инструкция к Omni-инструменту. Охренеть. Это вот как он тут выглядит в разборе. Ладно. О. Или китайский, или японский. Я не знаю, не разбираюсь. Не ту. Здесь больше ничего нет. Такое ощущение, что... Бурмашинка, что ли? Что здесь уже давно это уже делали. С разумом человека, внедряя разум в машины, наверняка. По крайней мере, у меня такое ощущение, что разум внедряют в машину. Так, теперь нам туда. Главное не нарваться ни на кого. Кто здесь? Возвращаемся. Нам в ту дверь. Так, мы под трубой спрячемся, если что. Тихо. Кто здесь? Не хочу я открывать дверь. Так, почему здесь свет вырубили? Это не нормально. Здесь кто-то есть? Ладно, давайте вставим инструмент. Так. И там тоже загрузка пошла. Идет чтение. Служебная консоль Epsilon 3, включая место пилота, активирована. А, то место пилота было? Да ладно. Давайте посмотрим. Энцефалочип. Открыть ящик для чипов. Ориентация. Блин. Ладно, давайте с самого начала почитаем, что это. Добро пожаловать, Луиза Мерон. Эпсилон. Ваш Omni-инструмент находится в отличном состоянии, но в нем отсутствует управляющий чип. Без управляющего чипа вы не сможете получить доступ к наладочному набору, а значит, вам не хватит прав, чтобы покинуть станцию. Чтобы восстановить права доступа, вставьте управляющий чип и запустите процедуру обновления. Управляющий чип не вставлен. Так, мы взяли Omni-инструмент Луизы Мерон какой-то. Это позывной, наверное, Эпсилон, что ли? Я не знаю. Энцефалочип. Так, ваш Omni-инструмент находится в отличном состоянии. Сейчас обнаружили стандартный встроенный искусственный интеллект. Помощница Джейн. А, у нас будет помощница Джейн, то есть в инструменте в этом. При подключении энцефалочип встроенный интеллект будет отключен, а пользовательский интерфейс Omni-инструмента может значительно измениться. Я не хотел уходить. Ориентация. Я знаю, вам сказали, что наладчики получат полный доступ к своему Патосу 2. А я здесь, чтобы сказать такое что-то. Поймите меня правильно, я не на зло вам это делаю. Без вас, ребята, здесь никуда. Но должна быть определенная безопасность. Я не хочу, чтобы вы вломились куда-нибудь в карантинную зону на Омикроне и разнесли повсюду вирусы или что там вообще такое. Вы можете делать вот что. Вы сможете с его помощью открывать двери любые фактически. Если дверь не открывается, значит, либо что-то не так, либо у вас ограничений. И что делать тогда? Вставляете Omni-инструмент в терминал. Вы смотрите, нет ли возможности обойти ограничений. Иногда ведь нужно попадать туда, где вас быть не должно.
Вот и найдите способ, вы же инженер, в конце концов. Что еще? Следите за своим снаряжением, не будьте козлом. Вот и все, в принципе. Меня зовут Джон Стройме, оперативный агент охраны Паста. У меня есть кабинет на Терри. Если будут какие-то проблемы, приходите туда. Удачи. Так. И открыть ящик для чипов. О, слева где-то открылся. Назад. А. Отлично. Ой. Так, ладно. О, ставили что-то. О, загружается что-то. Найден инструментальный чип. Что-то загружается-то. Так, статус системы. О. Умный инструмент. Статус системы. Эпсилон такой-то. Запуск настройки. Внимание, удален доступ запрещен. Серверы отключены. Подача основного питания приостановлена. Начать настройку. Программа ненадежна. Запрещено. Аварийные системы осталось 13 дней. Это ты кто? Кэш Терра. Трафик устаревший. Развертывание какое-то. Авторизация. Последний скан. Торонт. Операция недоступна. Завершено. Авторизация Дэвид Мунши. То есть он был в 15 году, да? 5-9. Блин, он здесь был. Он переносился сюда. А нахрена он нас сюда? Управляющий чип. Так, ваш умный инструмент находится в отличном. Так, запустите процедуру обновления, чтобы завершить установку наладочного набора и получить последние коды доступа. Обновить. Ничего не взорвет. Обновлен код доступа к инструментальному чипу. Так. И что? Пойдемте туда. Потыкаем там кнопки. Кресло пилота. Эпсилон. Доклады. Давайте кресло пилота. Выполняется. О, что это такое? Джуйс, что-то джуйс. Джуйси какая-то там. Выполняется. Что выполняется? Сесть теперь надо. Давайте сядем. Мы это можем. Назад. Создать сеть. Кресло пилота отключено. Статус пилота. Пилот не найден. Пилот чего? Получается. Пилот не найден. Статус подключения. Блин. Доклады. Доклад пилота какого-то. Эми Зару. Пилот Карл Семкин. То есть мы в теле Карла Семкина, получается. Машина, тягач такой-то. А, он тягачом каком-то управлял. Ладно, задача. Изменить тепловые экраны. Южная труба. Успех. Производство восстановлено. Примечание. После выполнения задания Семкин сообщил о необычно сильной тошноте. Диагностика показала всплеск электромагнитного излучения вокруг шлема пилота, который предположительно и вызвал недомогание Семкина. Гипотеза о том, что послужило источником излучения, нет. У меня есть гипотеза. Пилотская система становится все более надежной. Все, кто использовал ее последние 2 месяца, испытывали головную боль и приступы тошноты на прошлой неделе. Гавин пролежал без сознания 30 часов после того, как пытался установить контроль над кластером помощников. Это неприемлемо. Мы во всем разберемся, но пока что я запрещаю использовать пилотскую систему. Это значит, что вам придется поднимать тяжелые грузы с помощью программирования или вручную. Мы рады, поэтому небольшое ваш... Мы рады этому. Не больше вашего. Так что не тратьте время на жалобы. Я так понимаю. Пилот. Он подключался к машинам. Типа аватары. Да. Я думаю, это корректно. Более-менее корректно назвать. Аватары. Мы управляли машинами. Да что тут сыпешься? То есть, друзья, нам надо куда-то идти. Ладно, пойдемте. Так. Нам
сказали tab нажать. И что? Нет, ничего. Тихо. Где-то там. Ну что там? И кто там? И при подключении человека к машинам, у них тоже своеобразный, как бы, не разум, а нейросистема была. Ну, как бы человек ощущал в теле самой машины. Эти машины разум этот копировали наверняка. Или какое-то остаточное электромагнитное... Остаток электрических импульсов оставался в электронной нейросистеме. Человеческого «я», что ли, вот так вот. И они трансформировались и стали живыми, эти машины. Ну, это мое представление. Блин, скажете, больное какое воображение. Ну, игра, знаете, тоже не блещет зелеными полянами с ромашками. Так, ладно, пойдемте. Куда-то. Я даже не знаю, куда. Для чего tab? Нам сказали, нажмите tab какой-то там, не знаю. Ладно, идемте. Сейчас нас будут скримерами пугать. Так, мы тут были. Тихо, тихо. Что-то я туда уже не хочу. Кажется, я дома чайник забыл выключить. Или утюг там, или... Блин, какая-то фигня там проползла сверху. Так, okay. Пойдемте дальше. Вниз. Нам можно сюда идти. Там можно налево было пройти. Тихо. Что за звук? Куча лабиринтов. Какие-то ходы вообще жесткие. О, что это? Стоять, мы здесь были. Мы пришли обратно. О-о-о. Ладно. Давайте сюда сходим. Потом, если что, вернемся. Так, где? Нигде. Погнали обратно. Так, вот и скрит. Вот сюда. Тихо. Здесь мы еще не были. О! Последний омни... А, проведите омни инструментом. О, хоть бы отрадуются теперь. В потемах вышли. Блин. Хочу закрыть. Я не хочу вот эту фигню. А, оно не закрывается? Нет. Да, мы под водой. Офигеть. Ну, относительно, я бы сказал, даже не глубоко. В метрах 100. Может, 200. Хотя, может, это просто такой эффект освещения дает. Так. Ну что ж, будем... там ничего нет. Что-то мне это напомнило Субнатику. Ладно. О, запечатлели. Слушаем, читаем. Эми, ты здесь? Я здесь. Готова к отбытию? Думаю, да. Рыбаками ты сможешь полюбоваться и на Терри. Все же я буду по нему скучать. По Эпсилон? Мы здесь проработали столько лет. Неужели ты ничего скучать не будешь? По электростанции полный взбесившихся машин? Нет.
Это жестко, Эпсилон не виноват, что так вышло. Как знаешь, заканчивай с дверьми и возвращайся скорее в лагерь. Так, точно. Да, машины взбесились. И как я предполагаю, скорее всего, люди использовали их в качестве, ну, как рабочей силы, усиления, там, под водой работать или еще что-то. Они перемещались, как бы, самолет там лежит, смотрите. Свое сознание здесь как раз не могу показать. В нейросистему самого робота. И использовали, как бы, пользовались телом этого. Но, перемещаясь, они оставляли часть сознания или копию своего сознания или искаженного сознания в этих машинах. И машины... О, у нас подгрузочка какая-то произошла. Локации новые. И эти машины стали по-своему жить. Со своим искаженным... Вы должны мне помочь. Кто? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что происходит? Я не понимаю. Не надо возвращаться. Мне надо возвращаться. Куда? О! Это еще что? Все нормально, все нормально. Нет, это не нормально. Меня закрыли здесь. Вы вместо меня. Вы вместо меня. Чего? Опа-на. Нет, стой, 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 стой. Нет, 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 стой, 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 стой. Не хочу, не хочу, не хочу. А, что это было? Действительно, блин, пальцы суешь куда не надо. О. Так. О, руки-то все-таки не человек. Что за фризы были? Так, здесь скример будет. Стопудово. Да что ж такое? Эти звуки просто... Тихо. Это ползет сюда? Блин, мы пока еще никого не видели. Кто здесь был? Давайте излазим здесь все. Сервера какие-то. Тихо. Нет никого вроде. Так, куда-то мы идем, непонятно куда. Что ж такое? Здесь тоже закрыто. Ладно, там тоже, по-моему, закрыто было. Ну, сюда? Или куда? О, смотрите. Да, нам сюда. Станция контроля или контрольная станция. Ёлы-палы. А это еще что? Ой, вывалились. Так. Патус 2. А, если я не ошибаюсь, это... Электростанция, использующая тепло магмы. Да? Геотермическая зона какая-то. Ну, если это планета, типа, это земная кора. Ладно. Может быть, кстати.
Вон она. Вот она, это существо. Оно как бы живое, но оно не живое. Смотрите, оно подключилось туда. Давайте сначала все просто проверим. А потом сами тут. Оно в два места подключилось. Что здесь? Радиосигнал заблокирован, достаточно энергии. Щупальцы можно подключить? Можно. Не надо. Почему не надо? Давайте включим обратно. У меня такое ощущение, что это люди. Эй, вы меня слышите? Эй, ты. Она пытается выжить. Стопудов это человек. Или сознание человека. Блин, я стопудов уверен, что именно в этом дело. Так, это что у нас? Блин, придется вырубать его. А можно как-то не вырубать? Подождите. Не дотрагивайтесь до протекшего структурного геля. Я не могу определить его воздействие на НИУ. О проблеме сообщено ответственному инженеру по эксплуатации Волчок. Что за нафиг? Вот это что ли, протекший гель? Да мы уже про него под ним проходили постоянно. Ничего вроде не было. Ладно. Он сказал не надо, но я не хочу тебе навредить. Она не поймет, кто оно такое или что, почему оно таким стало. Мне это нужно. Почему? Все хорошо было. Я была счастлива. Ешки, матрешки. Все-таки да. Это души людей. Ну, если так назвать. Че, ручной? И че, ручной? Ручной. Че, ручной? Это что у нас? А, подождите-ка. Там что-то засветилось. Нет, нет. Это дверь. Нет. Непонятно. А, стоять. Кнопки есть. Так. Так, один есть. Непонятно, что делать. Ага. В зеленую зону что? Обороты. Генераторы включили, да? Получается. Мы что-то запустили. Лиссабон, Португалия, Испания, Дельта, Терра, Лямбда. О, что это? Что происходит? Эй, тут кто-нибудь есть? Hello, is there anyone there? Да, есть. Эй, вы меня слышите? I hear you. Слышу вас, Эпсилон. Что происходит? Я не знаю, я тут вроде как только очнулся. В комнате прямой сейчас? Там сиденье было, шлем. Правда? Как вас зовут? Саймон Джаред. И что вы... Сигнал, все, твои передачки. Где вы сейчас? Где-то передает все ток, то ли электростанция, то ли трансформаторная. А, вы, наверное, где-то на ТЭС. Вам надо подняться по лестнице в центр связи. Комната с куполообразным... Слушай, тут вообще какой-то ужас творится. Эй!
Алло. Извините, не слышала. Мы потеряли еще один передатчик. Послушайте, вам надо наверх. Центр связи, я буду там. Вот, ёлы-палы. Нет сигнала. Сада, открыто достижение, отвечая на звонок. Что ж, пойдемте. Вау, я же так и знал, что это гидротермальные какие-то источники тут используют для добычи энергии. Что это? Эпсилон в норме, давление. Так, кислород, нет информации, диагноз по станции, нет информации. Производство, питание восстановлено, зафиксированное время простое. 143 дня, 11 часов, 37 минут. Нифига себе. Полгода почти. Так, производство энергии. 426 мегаватт. Система работает, структурные повреждения внутри корпуса и так далее. А что это? Что это? Так, Эпсилон. Мы на станции Эпсилон. По лестнице вон там. Зашибись. Тут прыгать умеем. Тихо. Так, ладно. Что такое? Это закрыто. Мы пройти не можем. Нам надо лезть туда, да? О, лестница. А, там перепрыгнуть не получится? Ну-ка. О, получится, я думаю. Тихо. Ёлы палы. Ну и лестница не понадобилась, даже быстрее. Что это? Ух ты ж, ёлы палы. Кто это? Ты кто? Что он от нас хочет? Так, и что с ним делать? На лестницу наверх. Вот это, по-моему, лестница наверх. Нет? У нас не получилось. Высокая... А, вот, круг. Я не знаю, что будет, если он нас увидит. Так, куда он пошел? Давай, вали быстрее тут. Так, заворачиваем, нам надо трубы перекрыть. Я так понял, да. Почему тогда рубильник там какой-то включили? Ладно. Она нас не видит. Ну хорошо. Чтобы вращать маховик, схватитесь за него и передвигайте мышью по кругу. Так, боюсь. Так. Что за... О! Давление вроде перешло на то. Здесь должно... Да, ушло. Замечательно. Жесть. Оно там ходит. Рубильник нам надо что-нибудь делать? А, закрылись. Не закрылись, ура. Все, у нас эта хрень, надеюсь, не встретит. Что ж, друзья, давайте пока на этом закончим. Поднимемся наверх на
станцию радиопередачи. Тихо. Она пытается пролезть. Ну, не пролезет. Спасибо, кто смотрел данное видео. Повтыкаем в следующем видео, в третьем. Всем счастливо и всем пока. Подписываемся, лайкосим. Также мы есть в группе ВКонтакте. Удачи!